Привет, мои хорошие. Я целенаправленно записываю это видео, чтобы никогда больше, ни при каких обстоятельствах, не сойтись с этим человеком. Сегодняшний день должен был начаться совершенно по-другому. У нас были куплены билеты, собраны чемоданы. Мы должны были лететь в Краснодар, так как у моей лучшей подружки сегодня день рождения, и я хотела сделать ей приз. У нас в последнее время все было очень непросто. Просто не хотелось выносить ссор из избы. Мы не на Доме 2, и я понимаю, что мы блогеры, что должны говорить все как есть, но мне не хотелось этого. Так вот, не хочу говорить плохо. Пусть это все будет на его совести. На моей совести, то ли это ретроградный Меркурий, не знаю, там у многих я читаю сейчас пар, не очень хорошо, но у нас